Так, следующая тема. Значит, клон Манитобы. Первый урожай был 5 штучек. Это была чистая классическая Манитоба из Канады. Прошли годы. Дерево как было одно, так одно и осталось. Ну, сравниваем. Вот. А лженаука, мичуринская это самое, вегетативная гибридизация. Ну, лишний камень к ним, а то они все... Вы понимаете, вот лженаука, точка. Набираю лженаука, еще несколько слов. Пах, попадаю на эту. Попадаю на публикацию 50-х годов. А вы что делали за по полвека, а, с вашей темрячкой? Вы продолжали обходить, раз это лженаука, вы уже опять вы навыводили, раз все было неправильно. У вас теперь оказывается генерация, слова такие знаете, да, первая генерация, вторая генерация, и тогда у вас получается, что опять страна вся в абрикосах. Юрий Владимирович, железо. Много у вас там абрикосов растет в вашей округе в этой, господи, вот память. Костромской области, а? Или ваш первый? Вот смотрите, мы живем в страшном мире, когда наши придут, это очень важно, не знаю, наука это или не наука. Это было в Абакане, это официальная информация. Здесь стояли машины. Я смотрю, обыкновенно, не Лексусы, нет. Вот. Шофера жаловались, на них гадят сверху вороны. Ну, барон не сильно любит. Вот что сделали после этого? После этого спилили деревья. Представляете, спилили деревья, потому что нельзя было машину поставить в другом месте. Когда спилили и упали гнезда, это оказались гнезда грачей. Грач – это символ России. Вы слыхали, как поют грачи? Эх, блядь. Вы понимаете, я чем дальше, тем больше уже вырывают слова. Ну что же это такое, подлецы? 8 гнезд, погибли птенцы. Во имя чего? Чтобы на машину не гадили. Птицы еще сохранились в Абакане, в республиканском центре. Почему я это говорю? Когда наши придут, нужен будет закон. Срубил дерево, 10 лет тюрьмы. Ведь отучить можно. Или представляете, какая комиссия надо пройти, чтобы доказать, что дерево здесь не нужно? Что будет полезнее спилить его, чем не спилить? Что деревья – это насосы. Это, конечно, не те гектары варьё, которые сотнями и тысячами гектаров спиливали. Не такое же беда. Но сам принцип – школа, новый закон. Уже есть закон по защите животных. А деревья в чем виноваты? Вот это яркий пример. Ну, скандал был, ну что? Ну, дальше-то что? Грачей оживили? Погибших? Вот что нам надо. А кто нам мешает? Вот, не буду показывать пальцы. Нет, она может Ольга Исакова сказать. Я тоже против. Да. Только тогда не учите подходить секатором деревья. После вас они гибнут еще так же, как от бензопилы. Только эти сразу, а ваши еще помучаются деревья. Вот так, подарочный вариант книги, 1300 рублей, с моим автографом. Я не хозяин цены, извините за цену. Твердая обложка, еще надо было писать. Маленький тираж, 50 штук. Отсюда, но это подарочный вариант. Поверьте мне, если нас Ольги не победят эти, а могут, они берут чем? По, как она говорит. Как у него тираж маленький, 30 этих, просмотров мало, раз. А у нас больше. А вот я сейчас натравлю эту Платонову Ольгу. Он ее оскорблял. Я оскорблял не Платона, я оскорблял ее приемы дебильные. Когда я говорю дебильный прием, конечно, воспринимается как это человек живем. Представляете, я натравлю Ольгу Платонову. Как она меня напугала. Так вот, меня могут заткнуть не так, не через суд, что там оскорблял или там это, клевета, все это. Что на самом деле надо эти деревья посреди лета раскопать корни, оставить до зимы голые корни, чтобы они закалились. Вот. Дело в том, что, вы знаете, я же такой суд могу проиграть. Что она, что я называл, что это дебильный совет, потому что она раскопала корни в июле и сказала, до зимы они будут закаляться. Раскопанные корни. Вот.
А у нас-то что дальше идет? Экспертиза. Отправить на экспертизу. Судить Железова это. Ну, посадить не посадят. Орденоносец. Ну, оштрафует. Но судить не судить. Она же хочет, чтобы это, как сказать, натравить на меня. Ну, натравила. Судить не судить. Отдать экспертам. А эксперт возьмет, да процитирует, блядь, опять этих самых, которые, что это самое, деревья закаляются, если корни оголить. Она же не сама придумала. Она до этого не знала такого способа. Ей сказали, бери лопату, раскапывай и улыбайся. Понимаете, как это? А вот эта книга, пока я жив, пока еще это, самое, ничего не случилось. Вот. Вот это я вам советую от души. Вот. Записки 600 рублей. У меня еще это, еще есть, ну, несколько десятков есть. Брошюры 4 штуки по 50 рублей, 200. 4 брошюры, а каждая стоит, получается, по бутылке пива, стакан пива. Оно, конечно, и обидно, что оно так дешево ценится. Так и по этой цене я уже месяца два ни одной не продал. А цена, самая ценная вещь. Вот получил посылку от Павла Троценко. 50 экземпляров напечатал. Ну, напечатал. У меня техники не брали месяцами. Вот.